Господа, здравствуйте. Война на твинке. Зеленый моноцвет. 3900 сила. Против 4400. 80 даже почти что. Но отрядов на ману у соперника нет. Поэтому время-то на зарядку у нас есть. Бои получились без записи звука. Рядом слишком шумно было. Поэтому озвучиваю поверх. Ну вот зеленых сразу навалила тьма. Сразу тут кристалл я, по-моему, нашел, да, вот этот зеленый. Есть кристалл, есть троечку еще собрать, чтобы быстро их зарядить. Да, быстрый заряженный. А от Алмура прорезочка, да, под зеленых. Дальше заяц по 410, смотрите, под прорезкой брони. Молоси, кстати, броня не режется. А стихийный срез брони-то ложится на него. Поэтому хорошо заходит. Ну, дальше можно Елену заряжать. У нас диспел есть пока. Пока мы хорошо выглядим. Можно в зеленую в пустоту и подрубить кого-нибудь. Ну, тут кристалл взрыва, да. Чтобы долго не оттягивать. Диспел. Зеленых заряжаем. Стрелы немножечко. Так, ну да, добили, чтобы у нас трупики не воскрешались. Что, добьет, дружок, нет? Нет, не добил. Копеечка. Ну тут миньон, наверное, доклюют сейчас. Нет, еще остался единичка, наверное. Отлетел. Семьдесят два очка. Так, ну раз моноцветом бью, здесь у меня сила-то небольшая, вот 4000 только моноцвет собирается. Тут два фиолетовых, смотрите, у человека. 4700. Тут отряд на ману уже немножко прокачан, ну маловато все равно, 16-й. Тоже смотрим в записи. Да, поехали. Ну и я так понял, короче, меня игра давно на войне-то не видела, здесь не бился 100 лет. Смотрите, сколько желтых навалило. Я даже в недоумении, что тут собирать. Решил ничего не собирать, просто прокинуть. Вот настолько много желтых прям. Тьма, ну тут за два хода, короче, я кристалл увидел. Желтый прокинем, фиолетовый улетает и желтенький встает в серединку. В Лиденброк прокинуть. Больше я кристаллов тут не нашел. Да, вот так вот, чтобы желтенький встал. Берем эти желтые. Чао у нас тут есть. Кстати, смотрите, Чао, он рейнджер. Оп, броню обошел. 700, да, с лишним ударил, по-моему. Обоем не обошел, 400 только получилось. А может там 400, не, 700 он обошел. Здесь Леонид, он желтым режет, а фиолетовым срез атаки ложит, приятно. Ну тут желтые взорвали, всех разнесло, короче. Вот здесь неправильно было сначала владычицей тумана, а потом остальными и добил бы, возможно. А я перепутался на свете. Тут можно было морду взорвать, вон. Одного желтого Леониду не хватает. Блин, приятно, Леонид, конечно, выпал. На Титана ходишь. Урон веселей. Вот так быстро, короче, добили мы его. Еще 70 с лишним очей. Так, ну третий бой. Здесь Кунхин броню режет. Я Жана Франсуа взял. Посредине зеленый, красный как следует. И Руншпильцильхен, или кто он. Жан Франсуа тоже от синих ставит защиту. Вот Курли, конечно, страшноват здесь, в углу. Отряд на ману один, клыку отдаю, чтобы зарядился с 9 камней. Можно отдать любому, Гормику, Соколу, и они бы зарядились с 9. Но там у меня, по-моему, эмблемы на М-ке не взяты, потому что я чуть не рассчитывал. Красных дали горсточку посередине. Можно через фиолетовый кристалл троечку вот эту с центра скинуть. Но больше нету.
Больше ходов, по-моему, я тут и не увидел, да, я так и сделал. Ну, крепкий, он выдержал этот удар. Есть еще два снизу, можно добить. Но он по мане очень мало заряжен, поэтому я решаю просто прокинуть. И еще у него маны дофига, поэтому я решаю еще прокинуть. Чтобы остальных-то не заряжать, как можно больше в этого камней влетело. Да, и мы вот так подзарядились. Но поляна встала-то не очень красиво, еще троечки-то нету. Хотел я посмотреть, что тут Рошпильстильхен этот умеет. У него разные есть. Крест подхилить, там ударить. В общем, разные. Поэтому срез атаки решаю на них вложить. И вот все мертвое в правой части никак не прокинуть. Вот троечка под Рошпильстильхена. Господи, название-то еле выговоришь. Троечки красные, заберем мы его. А, решил атаку поднять, чтобы наверняка, да, добили мы его. Здесь Курли, ну стоит почти фуловый, мало прогорел, мало Скарлетт ударила. Камней-то больше нету. Ну, решил по Курли все-таки я здесь бить, ребята. Так, перед смертью, короче, думал, может, зашибу, ни черта не зашиб. Слабовато. Бьют они. Так, стрелы пролетели и Курли следом. Бух. 400-300. Во всех попал. Камни в пустоту, ничего нет. Сейчас будет бить Зимкифа. Снимает недуги она все, моя срезка брони снимает. Скунклин подходит, кстати, по мане. Так, вот есть пустоту. Вот почти мертвые все, ребят. И красных еще нету. Тут волевое решение. В Кунхина пока зарядился он. Курли он полностью вот прохиливает. Плюс нам броню срезали. Ну, здесь ищу красных, чтобы 100% зарядиться. Поэтому вот желтые, по-моему, прокинул, чтобы красные поднять в рядок. Потому что ничего не собирается. Да, вот они встали. Можно кинуть один в пустоту. Вообще почти весь мертвый. Сейчас, не дай бог, Зимкифа или этот ультанет, все бы сдохли. Ну, вот Клык зарядился. Клык этот хорошо прохиливает, который в костюме. Второй раз пытаемся завалить этого, и у нас камни, короче, Кунхина нечаянно пробили. И Курли еще не отмирает, будь то он неладный, а. Тихонечко в пустоту ждем, чтобы без комбо, чтобы догорел. Да, и вот Зимкифа осталось только. Вроде тащим бой. Вот так красный кристалл, кстати, сложил, смотрите. Неплохо по 300, но маловато. Как стрелы хорошо лупят, конечно. В одного хила тяжеловато на такие мероприятия ходить. Ну, в общем, добили мы его. Третий шот в копилке есть. И 75 очей. Синий моноцвет, ребята, 4430. Лурия стоит по центру. Синими в зеленый, конечно, самая беда. Так, ну самую большую комбятину, думаю, замутить. Такую вижу. Вот были бы у меня отряды на ману. Было бы веселее. Балу замедлили, давайте мне ее еще прокинем. Так. Давайте вот это возьмем. Так, прикольно. Так, прикольненько. Ну, я, наверное, взорву еще синих. Режем броню, поднимаем атаку. И бубнового капитана запускаем. Смотрим, показываю, как работает капитанчик. По 400, по 300. Не густо что-то. И не добил никого. Да уж. И подхил идет.
Хреново капитанчик работает. Эх. Ну вот есть синий. Вылу, может быть, добьем. Вылу добьем. А что с Элизабет делать? Он еще троечка потом маячится. Так, мы ее тоже добьем сейчас. Элизабет, которая. Тут тому. Ну, надо диспелить это, потому что. А, это не диспелиться, надо подхилиться как следует. Ну, убить может, ребят. Нет, сломленный Кирилл 978 выдержал этот напряг. Так, так. Ну, добьем мы, наверное, его. Потому это. 400. Ну и все. Конечно, чуть-чуть не хватило добить Лурию, забавно. Лилика сейчас выхилится вся. Потратил все, короче, камни. Так, мы должны жить. Так вот, одна есть морта. Взрываем. Так, так. Еще атаку поднимаем сильней. И хватило, да? Хватило. Так, следующий фиол моно, ребят, пойдем. Так, зеленый кристалл, зачем? Вроде не зачем. Синюю маячит прокинуть, красный. Подсказки, ход. Можно красный прокинуть. Тоже поискать. Ну, кристалл зеленый точно не вижу смысла делать. Давайте вот здесь красный прокинем. Угу. Больно ему стало. С двух камней не отлетит. Мы проверим. Не хватило. Так, тут у обоих стойкость. Давайте тут вот начнем травить. Вот еще тройка. Х2, да? Атаку подняли, броню срезали. И аметринка двоих стелит. Идеально. Так, камешки теперь ищем. Ну, вот три в пустоту есть. Ой, еще есть. Ну, все, что тут. Пам. 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 Добили. Так, ну и последний тапок 400. Погнали. Берочка тут есть. Против Крампуса чисто взял. Так, так. Вот опять как советуют, хочу взять. Давайте вот с этой синей начнем. Блин. Не перемудить тут фиолетовых тьма, я их не собрал, да?
Давайте вместе зеленый берем. Уже не зеленый соберется. Две надо, да, зеленых? Или одну? Знаю, возьму фиолетовых на подхил. Так. Попробую одну зеленую взять. По-моему, две надо. Да. Хреновенько это. В крампусы не попали еще, кстати, беры. Так, вот зеленый есть. Берем. Кого прикончить? Предлагаю Малоси, наверное. Забрали. Здесь. А что, дедом когда успел ультануть? Нажал, что ли? Здесь у меня теперь зеленые с трех камней в пустоту заряжаются. Ну что-то столько нету. Так, так, так. Блин, ну вот это заберем. Это травит. Кингстон не горит, повезло. Блин, ну трех пустоту я что-то не нашел, короче. Вот появились. Ой, ты молодец, красавец. Воскрес, ребята. Ой, зеленый-то надо было в этого бросать. Ладно, добьем сейчас. Надеюсь. Сколько у него там? 390. Ну, Кингста нам добьем. Здесь просто можно миньонов, наверное, снять. Чтоб не тюкали. Ну, в общем, доделаем мы его потихонечку. Да? Все, тут заклюю сейчас. Три ряда миньонов. Готово, ребята. Не забыл еще, как моноцветом играть. Пойдет. 439 очков. Результат сейчас. Ну и примерный результат, ребят, вам напишу. Да выложу сейчас, наверное. Вот так пока на первом месте я и горю. Разбились об меня 3 или 4 раза, я посмотрел. Вот тут разбив. Суровый YouTube. Второе добив. Дальше опять разбив, добив был тут, разбив, добил. Три раза, три или четыре раза, короче, били. В общей сложности там 6 или 8 раз. Где я тут? Вот сломленный Кирилл по центру. 4200, сила стоит вроде. А нападают, думаю, сейчас расшибут. И расшибаются. Не могут они что-то меня побить. Остальные ребята у нас потолще, поэтому все на меня нападают. Но не тащится у них. Так, что я хотел нажать? А, вот здесь 6 тапков у нас осталось. Но очков мало, блин, тут 43. Результат в комментариях напишу. Все, подписывайтесь на канал. Всем удачи.